Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Очень легко можно узнать, что вас ждет в этом году. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Нумерология 2023 года раскрывает будущее, ваши сильные, слабые стороны и помогает подготовиться к грядущим невзгодам. Если у вас есть вопрос о будущих событиях, то данное видео вам поможет пролить на свет на эти вопросы. Нумерология – это один из способов определить собственные способности. Она позволяет увидеть некоторые паттерны, которые обычно скрыты, но приложив небольшие усилия, вы сможете их распознать. Таким образом, используя нумерологию, вы можете вести более счастливую и полную жизнь. Согласно нумерологии, каждый год является частью 9-летнего цикла и приносит в нашу жизнь новые возможности. Если вы заранее заметите свой потенциал в данном нумерологическом году, вы избежите много ловушек и будете лучше подготовлены к действию и принятию необдуманных решений. Нумерология 23. Во-первых, давайте разберемся с этим годом. С чем связана его вибрация? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сложить все цифры этого года. У нас выходит 7. Как видите, нумерологическая вибрация этого года – семерка. Вообще говоря, в этом году вы должны сосредоточиться на создании соответствующей стратегии действий. Также стоит глубоко задуматься о значении отдельных событий. Это время для терпения и размышлений. Нам всем нужно внимательно заглянуть внутрь себя и создать благоприятные условия для достижения стабильности. Как вы можете обрести душевный покой? Любопытство должно быть самым важным элементом вашего поиска. Именно оно мотивирует вас исследовать тайну собственной жизни. Оно помогает не только оставаться открытым собственным возможностям, но и находить смысл жизни. Так что развивайте любопытство, и вскоре вы узнаете, что нужно делать, чтобы достичь счастья. Очень важно поддерживать свою внутреннюю трансформацию. Уделите больше времени личным размышлениям. Используйте инструменты, которые вам больше всего подходят. У вас их достаточно, хотя вы можете этого не знать. Что бы вы ни делали, помните, что сейчас идеальное время, чтобы действовать в соответствии со своими убеждениями. Самое важное сообщение для этого года, если вы позволите, принимаемые вами решения могут привести к удивительным изменениям. Не только в вашем ближайшем окружении. Теперь вы можете положительно влиять на весь мир. Что стоит делать в этом году? Научитесь слушать свой внутренний голос, который безупречно приведет вас через хитросплетение повседневной жизни. Опасности. Шум окружающих вас людей может заглушить самое важное. Тогда вы потеряете возможность идти по правильному пути. Связь с числом 7. Число 7 считается мистическим во многих традициях, оно связано со временем и пространством. 7 как число дней творения, символ совершенства. Неделя состоит из 7 дней. У греков был список из 7 чудес древнего мира. Библейский символизм семерки – полнота, цельность, доведение чего-либо до конца. В христианстве 7 смертных грехов, 7 смертных добродетелей и 7 таинств. Христианский рай и ад разделены на 7 сфер. Одна из нитей индуизма говорит о множестве человеческих матерей, так называемых 7 матерях. Древние фивы имели 7 ворот, которые осадили 7 героев. Атомный номер азота – 7. До наших дней в нашей Солнечной системе было известно только 7 планет. В Древней Греции говорили о 7 мудрецах – группе активистов и реформаторов, действовавших между концом 7 и середины 6 века до нашей эры. Персональная нумерология этого года. Если вы хотите узнать, что принесет именно вам этот год, вам необходимо рассчитать число вашего личного нумерологического года. Это даст вам характеристику событий, которые могут произойти до конца года. Вы узнаете, как избежать угроз, как воспользоваться возможностями, как рассчитать личный код. И прямо сейчас вы об этом узнаете. Во-первых, запишите на листке бумаги точную дату своего рождения – день, месяц, год – в цифровом виде. Ну, например, 17 июня 1984 год. Сложите все числа, написанные на бумаге. В вашем примере это будет примерно выглядеть так. Складываете все цифры, у вас получается 36. Преобразуйте полученный результат в однозначный вид. Сложив числа 3 и 6, у вас выходит 9. Это даст вам число вашего рождения. Затем сложите все цифры числа этого года.
2023 у нас выходит 7. Мы с вами получили два числа. Рождение, девятка, и текущего года 7. Сложите их вместе, выходит 16. Приведите к однозначным числам. 1 плюс 6 – 7. Итак, в нашем примере число личного кода – семерка. Внимание! При поиске вашего личного кода мастер числа также должны быть сведены к одной цифре. Итак, если ваше число рождения 11, 22 либо 33, уменьшите его до 2, 4 или 6. Далее, когда вы узнали свой личный номер, далее я вам сейчас расскажу, что он для вас значит. Итак, личный код номер 1. Вас ожидает очень благоприятный период. Подготовьте новые планы. Скорее всего, большую часть года они будут выполняться гладко. Никакие силы не будут воздействовать на вас слишком сильно, благодаря чему вы сможете гордиться высоким уровнем самостоятельности и уверенности в себе. В этом году у вас есть шанс стать настоящим пионером своей отрасли, вне зависимости от того, чем вы интересуетесь, профессионально или в частном порядке. Перед вами открывается путь совершенно новых приключений, и каждый из них может оказаться новаторским для всего вашего будущего. Возможно, прямо сейчас произойдет революционное преображение, которое определит направление ваших дальнейших действий на долгие годы. Советы для вас. Изменения неизбежны, поэтому не пытайтесь их остановить. Не бойтесь менять свои взгляды, если они устарели, замените их новыми. Личный код 2. Год с вибрацией двойки – это время терпения и партнерства. Ваша самая важная задача сейчас – найти баланс в том, что является вашей самой важной целью в жизни. Вы должны помнить, что дело не только в личных желаниях. Люди, которые являются неотъемлемой частью вашего повседневного существования, также имеют значение. Не забывайте об их нуждах. Осуществляя свои планы, старайтесь двигаться вперед с осторожностью. Вам не нужно торопиться. Гораздо важнее убедиться, что вы никому не причиняете вреда, преследуя свои мечты. Терпение – это лучший способ получить желаемое. 23-й год – важный период вашей жизни, потому что он позволяет вам развить чувствительность и учит, как укреплять узы, связывающие вас с любимым человеком. Это время для построения отношений, которые могут наполнить вашу жизнь радостью и чувством выполненного долга. Советы. Никогда не забывайте, что любовь – это самый важный элемент вашей жизни. Относитесь ко всем так, как если бы они были вашими братьями или сестрами. Личный код 3. В этом году вы узнаете что-то важное. Речь идет о том, как развивать общение и интегрироваться с новыми обязанностями. Хотя сейчас вам предстоит многому научиться, вы не будете проводить много времени с носом в книге. Наоборот, на этот раз обучение будет во многом основано на практике и получении нового опыта. В вашем ежедневном графике будет много обязанностей, но они не будут такими успешными, как вы могли бы ожидать. Хорошей новостью является то, что вы не будете испытывать слишком много неудач. В общем, теперь ваша жизнь не потребует больших усилий. Отдельные аспекты повседневной жизни будут сохранены в правильных пропорциях. Нумерология этого года ясно говорит о том, что дорога к зрелости лежит перед вами. Вы научитесь принимать более обдуманные решения, которые вдобавок начнут приносить больше пользы, чем предыдущие годы. Благодаря этому вы справитесь с любыми возможными невзгодами. Советы. Будьте открыты для всего, что приносит новые возможности в вашу жизнь, даже если кажется, что это не так просто. Не беспокойтесь о вещах, которые вас не касаются. Личный код 4. Если ваш личный код 4, этот год будет для вас трудным. Чтобы добиться успеха, вам придется упорно бороться. Не только с окружающим миром, но и самим собой. Поэтому вы должны придерживаться своих принципов любой ценой. Практически на каждом шагу вам придется доказывать свою истинную ценность. Какой вы человек на самом деле. Прогноз на этот год также предполагает и некоторые проблемы со здоровьем, поэтому избегать врача – не лучшая идея. К каждому симптому следует относиться серьезно, даже если поначалу он кажется незначительным. Если есть возможность, проводите больше времени на свежем воздухе. К сожалению, вы также будете испытывать сильный стресс на работе, этого нельзя избежать. Финансовые дела тоже будут достаточно нестабильными, поэтому стоит серьезно обдумать любые крупные траты. Деньги могут внезапно закончиться.
Тогда появится негативное мышление, а известно, что оно не способствует избавлению от неприятностей. Советы для вас. Никогда не сдавайтесь, даже если у вас очень сложная работа. Всегда старайтесь быть осторожными и спокойными. Личный код 5. Если ваш личный код пятерка, вас ждет период тестирования. Во многих сферах жизни вы должны демонстрировать решительность и силу характера. В противном случае вы можете начать действовать нечестиво, чем обидите многих окружающих. В этом году нужно развивать все от любви до финансов. Вы можете много потерять, если позволите себе быть неосторожным в этом году. Нужно будет и контролировать расходы и постоянно заботиться о хороших отношениях с близкими. Стоит раздуть пламя любви, чтобы не потерять интерес близкого человека. Как защитить себя от величайших опасностей? Нумерология этого года видит спасение в том, чтобы прислушаться к советам благосклонных вам людей, особенно членов семьи. Внимательно слушайте, что вам говорят, и любой ценой избегайте конфронтации. Успех все равно придет с трудом. Нет смысла наживать себе врагов, которые могут полностью заблокировать путь к осуществлению вашей мечты. Советы. Доброта и умеренность – качества, которые могут избавить вас от многих неприятностей. Относитесь серьезно к каждому вызову. Игнорирование невзгод может дорого вам обойтись. Личный код 6. 23-й год – прекрасная возможность извлечь важные жизненные уроки. Вы обязательно воспользуетесь возможностью развиваться. Правда, не все будет гладко, но, в конце концов, каждый опыт, даже негативный, окажется чрезвычайно плодотворным. В конце года вы наверняка искренне почувствуете, что все это стоило испытать. В вашей личной жизни могут возникнуть временные проблемы. Удивительно, но их эффектом может стать кратковременный роман, последствия которого будут ощущаться долгие годы. Постарайтесь воздержаться от участия в таких отношениях. Вместо эмоций в этом году лучше руководствоваться логикой и прагматизмом. Ваша жизнь в этом году будет подвержена внезапным всплескам эмоций. Не обязательно положительных. Этот факт вызовет много хаоса, что в конечном итоге значительно ослабит вас. В крайних случаях может быть даже психический срыв, который потребует профессиональной помощи. Совет. Любой ценой избегайте всего, что вызывает эмоциональную нестабильность. Если вы хотите пожертвовать собой ради других, сначала убедитесь, что эти люди заслуживают того, что вы хотите им дать. Личный код 7. Этот год будет для вас хорошим. Вы можете рассчитывать на большие успехи, которые позволят вам сосредоточиться на том, что действительно важно. Нумерология этого года предполагает, что у вас появится возможность сделать что-то очень хорошее, что-то, что положительно повлияет на жизнь многих людей. Возможно, это даже поможет спасти чью-то жизнь. Если ваш личный код – семерка, в этом году, скорее всего, будете больше интересоваться духовными вопросами и тайными знаниями. Однако в этом отношении рекомендуется проявлять крайнюю осторожность. Духовные, эзотерические искания могут быть опасны для людей, не подготовившихся к ним должным образом. Стоит искать надежного духовного наставника. В этом году возможны серьезные и неожиданные перемены, которые полностью изменят вашу жизнь. Это может быть выигрыш крупной суммы денег или поиск любви, а также незапланированный переезд в другой город, возможно, даже в другую страну. Последствия этих изменений связаны со многими неожиданностями. Совет. Убедитесь, что ваше любопытство не приведет вас в место, которое окажется для вас дорогой в никуда. Всегда старайтесь проверять полученные знания в нескольких независимых источниках информации. Личный код 8. Этот год будет не самым легким, если ваш личный код восьмерка. Видение успеха будет далеким, хотя не будет полностью недостижимым. Вы должны быть терпеливы и готовы выполнять чрезвычайно сложную работу. Только так вы сможете рассчитывать на реализацию своих планов. Прогноз ясно показывает, что вас ждет множество стрессовых ситуаций. Невозможно получить вознаграждение без усилий. Скорее, это будет тяжелая борьба за выживание. Хуже того, это затрагивает все сферы жизни – личную, финансовую, профессиональную, семейную и даже здоровье. Это будет не совсем простое время. Тяжело, напряженно и сложно. Вы будете сталкиваться с препятствиями на каждом шагу. Особенно, когда пытаешься начать реализовывать новые идеи. Лучше придерживаться того, что уже известно. Так будет легче переживать этот год. Совет.
Не позволяйте своим амбициям закрывать вам глаза на то, что действительно важно в жизни. Помните, что каждое действие имеет определенные последствия, с которым вам рано или поздно придется иметь дело. Личный код девятка. Если ваш личный код девятка, в этом году вас ждут очень благоприятные события. Вас ожидает много счастливых совпадений, а успехи как будто придут сами собой. Вам даже не нужно будет слишком напрягаться, чтобы реализовывать задуманное. Шансы на победу в любой области очень высоки. Тем более, что у вас будет крепкое здоровье и высокий уровень внутренней энергии. Порой даже будет казаться, что у вас есть какая-то сверхъестественная сила, которую вы все время используете, добиваясь одного успеха за другим. В этом году вы окажете огромное влияние на людей. Соответственно, вы можете пойти в политику или занять руководящую должность крупной компании. При этом помните, что вам постоянно угрожают проблемы личного характера. Восходящая мобильность обычно связана с большим количеством работы и меньшим количеством времени с близкими. Советы. Уважайте каждую свободную минуту и старайтесь использовать ее с пользой. Поддерживайте других людей в их начинаниях. Такое отношение обязательно окупится в будущем.